Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 21 ноября, и тема сегодня «Не оставляйте свой пост». Вы знаете, к чему Бог вас призвал? Если знаете, то не уходите с того места, которое Он вас призвал. Не оставляйте свой пост. И место Писания, 2 послание к Тимофею, 4:2. Павел говорит Тимофею, когда в жизни Тимофея были нелегкие времена, он был пастором церкви в Ефесе, сталкивался с противодействием, гонениями, и у него было желание оставить свое место. И Павел пишет, «Настой вовремя и не вовремя». Слово «настой» — греческое слово «эфистеми», является военным термином, который описывает солдата, стоящего на своем посту, на месте своего назначения, независимо от того, что происходит вокруг, он стоит. И поэтому Павел призывает Тимофея поступать так же, во всякое время. И в переводе с греческого это означает «поступай так и в хорошие времена, и в плохие». Если вы знаете, к чему Бог вас призвал, знаете свое место, не уходите оттуда. Что бы ни происходило вокруг, не уходите со своего места. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.